Фитнес городских улиц. Так говорят про воркаут. Популярный вид гимнастики, выполняемый на турниках, брусьях и других конструкциях. В нашем городе тоже есть представители этой субкультуры. Но в силу климатических условий на улице их можно встретить нечасто. Наша съемочная группа побывала на тренировке и выяснила, чем же привлекателен этот вид спорта. Слово Екатерине Дементьевой. Сейчас выполняешь простую связку. Это склепка, да? Оборот. Олли, перепрыгиваешь аккуратно. Виталий выбрал воркаут 6 лет назад. Случайно увидел, как ребята выполняют различные элементы на турниках. Начал заниматься сам, собирать вокруг себя единомышленников, а со временем и помогать другим. Год назад я решил для себя, что я хочу его продвигать, потому что он очень хорошо развит у нас в России, так и за рубежом, то есть в Европе. А у нас на Римаре как таковой федерации даже не было, соответственно. Площадки ставят, но как бы люди-то там особо и не занимаются. Вот и кто, если не я. В ноябре этого года в Ненецком округе появилась федерация воркаута. Теперь ребята могут принимать участие во всероссийских и международных чемпионатах, представляя наш регион на высоком уровне. Расти здесь есть куда. У этого вида спорта 7 разрядов, двигаясь по которым можно получить звание мастера спорта. Придя в воркаут всего 7 месяцев назад, Василий уже добился определенных успехов. Из минусов этого вида спорта выделяет только один основной – постоянные мозоли на руках. В детстве занимался постоянно там турники, брусья. Это то, что это легко доступно всегда. Лично мне нравится то, что он активный такой. То есть в любое время там можно в любом месте позаниматься. Вообще сложного там нет. Ребята уверены, воркаут – спорт для всех, вне зависимости от возраста и телосложения. Алексей пришел в воркаут в 12 лет. За 4 года постоянных тренировок он стал одним из лучших спортсменов нашего города в этом направлении. Если, проходя мимо уличных турников, вы увидите, как кто-то делает элемент солнышка, скорее всего, это Леша. Я раньше видел, как взрослые люди занимаются, и тоже хотелось научиться этому. Самое сложное – это большие обороты, без лямок, без страховки. Так, самое сложное я еще не выучил, это самые простые. На изучение и доведение до идеального исполнения нового элемента могут уходить месяцы постоянных тренировок. Главное – регулярно и упорно заниматься. Мы всегда друг за друга болеем, и у нас даже, если кто-то элемент выполнил какой-то, который он трудно там старался добиться этого, он выполнил, и мы все радуемся, хлопаем даже, бывают такие моменты. Воркаут отличается своей доступностью и функциональностью. Он развивает координацию, силу, гибкость и выносливость и задействует все группы мышц. Но только ребята, которые всерьез занимаются на турниках, знают, какая работа стоит за элементами с красивыми названиями «Выход принца» и «Походка бога». Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, телеканал «Север».